Мне это чел там один упал и все. Больше нет никого тут. Отлично. Третий рюкзачок. А сковородку не забыть взять. Спрей, да, четкий. Вот так забери, ложму. Как вам? От 1 до 10, а ну оцените. Не забывайте, ребят, лайки прожимать на стрим. Также, у кого лагает на ютубе, вот, можете ссылочку на Twitch кинул. Он стопнул, да? Нет, дальше поехал. Надеюсь, не попадет. Вот сейчас может попасть, по идее. Не. На, вот сюда смог откинуть. И потом еще на тачку откинуть смог. Одно хп ему оставил. По идее, если он сейчас затриггерится на меня, то я, по идее, могу его даже убить. Все, он отхилился. Отлично. На крыше? Тайчпад настроил стримерский, да, это вообще имба штука. Это такая, я не понимаю просто, почему я раньше ее не покупал. Это так облегчает просто люто, просто жесть. Это самая нужная вещь, наверное, вообще для стримера. Особенно, кто с двух компьютеров сидит. И все, это сейчас не выйдет тут. Никогда в жизни. А, все. Убили. Поджег себя. Клоун. Ой, жесть.
Себе поджог, парень. Условно говоря, если ты в игре чемпион по UFC, то это не означает, что ты в реале будешь чемпионом по UFC. Ну, это просто вот элементарный пример. Расскажи секрет такого прекрасного зажима. Опыт, хорошие девайсы, хорошо подобранная сенса. Все вместе. Привет. У меня тачки нет, я вот на ноге бегу. Я же не могу запрыгнуть, да, на этот... на поезд. По-моему, так нельзя делать, да? Меня собьет просто. Пойду по дороге поищу тачку. Спасибо большое, Сид. Спасибо за 100. Я сегодня заходил, кстати. На работу. Тебе. Не увидел тебя. Не, я не киберкотлета. Ни в прошлом, ни в настоящем. Чтобы быть киберкотлетой, мало быть хорошим игроком. У тебя должен быть опыт, как минимум, компетитив, как минимум, хотя бы годик. Это минимум просто. Если у тебя этого опыта нет, то хоть как ты играй, ты не киберспортсмен. Это немножечко вот такая грань, которую путать нельзя. Если ты устал лагать, VPN беги качать. GearUp Booster – самый лучший способ играть на лучших серверах Европы. Ссылка в описании. Я просто хороший игрок в эту игру и все. Хорошо отыгрываю крысопетитив. Крысопетитив. Ой-ой-ой. Как он смотрит на меня. Давай, голову. Бам. Давай еще разок. Тупо вот так вот две блюшки туда кидаем. И все, это скорее всего летал для него. А, одна упала сюда. Все, он умер. А как жив-то? Рюкзачок, что ли? Эй! Это лютая перестрелка, да, получилась с ним. Какая же ошибка была. Жесть просто. Ладно, пойду, представлю себя уткой и прыгну в тазик. Давай, хороших давай. Каток. Легким паром. Спасибо большое. Спасибо за соточку от души. Легким паром. По 90 брать или нет? Слушайте, а тут на самом деле, знаете, что есть? Вот такая штука, которая очень помогает обнаруживать то, что не видно, то, что от нас скрыто. Но здесь где-то чел был. Я так полагаю, что он либо за камнем где-то, либо слева. Я вообще не вижу. Но где-то должен быть тут. Не знаю, нигде не вижу его. Но тут же драка была, правильно?
Ну, как будто бы и нет тут никого уже. Жесть какая-то. Испарился чел. Там за синькой дерутся, что ли? А, вот все увидел. Он лежит там. А, вот у меня сзади чел. Метку увидел. Ласт где-то. Ковра не хватило, блин. Фу. Вот такие вот разборочки. Как-то легко даже, как будто бы. Нормально, 12 киллов.